Мы с большой радостью встречаем Новый год, с большой радостью провожаем Старый год. Сегодня мы во Дворце Кирова, у нас здесь будут замечательные музыкальные спектакли. И вот мы очень рады, что в этом году у нас было очень много работы, очень много интересных концертов, несмотря на какие-то болезни и так далее. Все проходит, а лучшее все всегда впереди, чего мы во всем желаем. Будьте здоровы, дорогие земляки!